все эти 10 лет вы у меня были самой-самой активной аудиторией вообще среди всего русскоязычного. И я вам очень за это благодарна. Не хочу вас терять, что для меня это моя аудитория важна. Ну вот и все. Неплохая получилась история. Будет тебя не хватать. Утром 14 марта россияне, которые ведут свои социальные сети, проснулись в новой для себя реальности. По всей стране массово отключилась популярная социальная сеть. Блокировка Роскомнадзора не пощадила никого, ни блогеров, ни обычных пользователей. Оставшимся без любимого приложения людям ничего не оставалось, как попытаться найти лазейку. VPN – это виртуальная частная сеть, если переводить дословно, то есть если брать со стороны обычного частного пользователя, то это возможность выйти в глобальный интернет не из своего дома, а как будто мы выходим с какого-то компьютера, который стоит в какой-то другой стране. Ну вот если по-простому это так. По словам Александра Оводова, для того, чтобы зайти в заблокированный ресурс, достаточно просто включить VPN, а после деактивировать его. Однако стоит помнить, что устанавливая сторонние сервисы, вы подвергаете опасности свои личные данные. Особенно это касается бесплатных приложений из App Store и Play Market. Бесплатным VPN вы в любом случае попадаете в историю, что вас будут использовать тем или иным образом. Ну, а как минимум это будет реклама. Ваши данные тоже могут продаваться. Тем более, что в свете текущих событий, да, есть определенная история с тем, что ряд компаний начинают, ну, уходя как бы из России, да, или вводя санкции против России, фактически начинают, ну, нарушать даже законодательство, в том числе местное, из серии, что, ну, они просто, ну, делают злонамеренные действия и вот что-то распространяют, раскрывают или там уязвимости различные создают. В мире много стран, в которых пользование VPN вошло в привычный обиход. Одна из них – Китай. Однако там ситуация совершенно другая. По словам тревел-блогера Натальи Тыщук, за 3 года проживания в этой стране она привыкла к использованию VPN и к локальным социальным сетям. Каждый раз приходилось включать VPN. Более того, когда мы начинали пользоваться какими-то местными программами, его приходилось выключать, потому что скорость интернета очень сильно падает. В связи с тем, что мы пользовались сервисами VPN, и получается, что социальными сетями, которые нам привычны, мы пользовались VPN, и то грузилось все очень медленно, некоторые документы иногда не открывались. Я слышала о том, что в России сейчас тоже с такой проблемой сталкиваются, некоторые ссылки не открываются. Вот. А с местными социальными сетями мы уже пользовались, можно было пользоваться без VPN, и так даже лучше, потому что грузились страницы гораздо быстрее. По словам Натальи, в Китае очень развиты местные социальные сети. В некотором отношении они даже гораздо удобнее и популярнее, чем зарубежные аналоги. Поэтому граждане КНР не особо огорчены блокировкой. 21 марта социальные сети компании Meta, Facebook и Instagram по решению Тверского суда в Москве признаны экстремистскими. Запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platform Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Еще один вопрос возникает в законности использования заблокированных приложений. Запрета на пользование или на какие-то там действия внутри сети Instagram для пользователей, соответственно, нету. Единственное, о чем необходимо предостеречь, это не совершать никаких репостов или каких-то распространения какой-то рекламы экстремистской террористической деятельности, призывов к насилию, к госперевороту, а также, что немаловажно, необходимо не финансировать данные соцсети через покупку рекламы, поскольку в дальнейшем это может быть расценено правоохранительными органами как финансирование экстремистской деятельности. В Генпрокуратуре России сообщали, что использование этих ресурсов физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Однако в то же время нужно не забывать, что противоправные публикации в любой соцсети могут привести к печальным последствиям для автора. Это может быть расценено как финансирование экстремистской деятельности организации, которая признана экстремистской. Вот. И в чем порог данной нормы? Это в том, что если суд признает ее экстремистской, то с этой даты на 3 года назад все те, кто участвовал в этой организации, будут считаться экстремистами, могут считаться экстремистами или могут быть расценены как экстремисты. Учитывая то, что у нас Уголовный кодекс, он
исходит из презумпции невиновности, то есть пока не доказана вина, человек считается невиновным, то, соответственно, наверное, наказывать не будут. Надеюсь, по крайней мере. На фоне новостей о блокировке популярного микроблога пользователи в России активно начали переходить в Telegram. За первые две недели марта доля трафика этого сервиса среди остальных мессенджеров выросла с 48 до 63%. Это позволило впервые обогнать WhatsApp по популярности. Стоит отметить, что у UTV есть канал в Telegram. Подписывайтесь и будьте в курсе последних событий. Недели ранее стало известно, что в России разработают собственную социальную сеть Росграм. Создатели обещают, что она будет удобнее и функциональнее, чем заблокированный аналог. Дмитрий Сенников, Роман Нагуманов, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.